Полицейские провели урок правовой грамотности в Охтинском колледже. Подросткам рассказали, как не оступиться и не попасть на учет отдела по делам несовершеннолетних. Сейчас на контроле у полиции состоят уже 40 подростков района. Причина постановки на учет – мелкие кражи, употребление алкоголя и табака. Информация об этих незначительных, на первый взгляд, правонарушениях может навредить молодым людям уже в ближайшем будущем. Это вносится в информационную базу ИЦ ГУМВД, где, когда вы устраиваетесь на работу, везде работодатели пробивают данных, кто устраивается на работу, и там уже видно, что вы привлекались к уголовной, к административной ответственности. Не каждый работодатель, не каждое учреждение захочет взять себе данного работника. Воспитанниц колледжа на занятии волновала и тема комендантского часа, существующего в Петербурге. В северной столице без сопровождения взрослых подростки могут находиться на улицах до 11 вечера летом и до 10 вечера зимой. Исключением может стать, например, визит в театр, пояснила инспектор. Проблем с законом из-за позднего возвращения не возникнет, только если на руках у молодого человека будет билет с представления.